Армия Зимбабве продолжает настаивать, что захват власти в стране – это не госпереворот. Об этом она в среду еще раз сообщила региональным лидерам, включая главу комиссии Африканского союза. Армия уверила нас, что это не государственный переворот. Африканский союз выступает против любых неконституционных смен правительства. Армия Зимбабве рано утром в среду захватила власть в стране, заявив, что пытается устранить преступные элементы в окружении 93-летнего президента страны Роберта Мугабе. При этом военные уверяют, что с главой государства и его семьей все в порядке. Генеральный секретарь ООН призвал все стороны проявить сдержанность. Вы правы, что ситуация немного непонятная. Мы пытаемся получить больше информации. Генеральный секретарь следит за развитием ситуации в Зимбабве. Он призывает действовать сдержанно и ненасильственными методами. Напряженность в стране начала нарастать на прошлой неделе, когда Мугабе уволил вице-президента страны. В ответ на это главнокомандующий армией сказал, что готов к решительным действиям, чтобы остановить чистки в правящей партии. Вице-президента считали возможным преемником президента. Однако, как предполагается, Мугабе решил передать власть в стране своей супруге. Роберт Мугабе – один из старейших действующих глав государств. Высший пост в стране он занимает с 1980 года.